my. Oh! Huge uppercut! Oh, nice. В общем-то, пока Forza Resort разнимает там своих питомцев, всем приветики, рад всех приветствовать. Сегодня на моем канале будет рубрика «Угадай игрока по его карточке Ultimate Team». На моей памяти практически все ролики из данной рубрики выходили исключительно с Форзером. Возможно, там были исключения с Финита, но так или иначе, он мой постоянный гость в этой рубрике. И, собственно, поздоровайся, Тём. Вообще, я профессионал в угадывании карточек. Это мы уже решили. Тут делай вставку, это Шевченко. Чтоб в очередной раз, блядь. Это Шевченко? Ну, мне кажется, что это Шевченко, блядь. Это Шевченко? Есть две подсказки. Это первая буква фамилии и последний клуб. Вот, я вспомнил, какие у нас подсказки были. Ну, типа вот нынешний клуб, в котором, собственно, играет этот футбик. Все. Кто из нас первый будет показывать карточку? Блядь, похуй, давай я. Не, ну смотри, типа ты их всех знаешь, это прям 100%. Ну ясен хуй. Ой, блядь, сколько же может быть вариантов у этого футболиста? РВ-81, француз из Марселя. Сразу приходит в голову мысль, что это Алессандрини. У нас есть одно право на ошибку на всю игру. Хочешь ли ты его потратить прямо здесь и сейчас? Ну, вряд ли я это хочу, поэтому давай я... Потому что я тебе говорю, это далеко не главный запес, который я подготовил. Ладно, давай next карту. Слушай, Маша, это какой-нибудь Сент-Максимин? Я сейчас подумал. Ньюкасл, француз. Тебе, кстати, я же тебе должен, наверное, говорить, что это за карточки, да? Ну, типа, из какой части FIFA? Да, первая карточка — это FIFA 10. Тогда отлетать, а мысль, что это Сент-Максимин, вряд ли он такой старый. Ну, слушай, у меня есть один вариант, потому что Алессандрини, как бы, уже, понятное дело, отлетает. Я думаю, что это Бен Арфа. Ну, типа, у меня только вот с ним ассоциируется. Это твой окончательный вариант? С ним ассоциируется Ньюкасл и Франция. Да, это мой окончательный вариант, потому что других вариантов. Хотя, блядь, дриблинг 82. Сейчас предыдущую карту посмотрю, тоже 82 дриблинг. Ну, пусть будет Бен Арфа, если проебусь, то проебался. Принимаю ответ твой? Да. Ну, это Бен Арфа. Да, Руж. Кто, если не мы, можем угадать его? Потому что мы... Ну, я уж точно помню, был любителем этой карты. Особенно, когда у него там, по-моему, Тотс выходил или не Тотс. Короче, когда он в ПСЖ играл, у него там, вот я смотрю сейчас, Мотом 85-й был. Ну, такой фановый Челикс. Да, раньше многие им играли, сейчас, конечно, да. На футбине сейчас написано, что Бонарфе 120 лет. Что, блядь? Я не знаю, просто возраст 120 лет написано. Дата рождения написана 1.01.1900, блядь. Ребята, совсем скоро состоятся сразу два крутых матча. Это Барса-Ювентус и Зенит против Боруссии Дортмунд. По закрепленному комментарию вы можете сделать ставочку на сайте OneX и используйте мой QR-код. Он очень классный. Первая карта, которую я тебе кидаю, это FIFA. FIFA 12, чувак. 12-я FIFA. Okay. Ты играл в 12-ю FIFA? Вот такой вот парень. Нет. Первые варианты, которые приходят, это Хави Иньеста, но они отпадают, потому что, ну, не может быть, блядь, 70 рейтинг. Ну, очевидно, да. Хотя, блядь, очевидно, что Бен Арфа 120 лет, возможно. Как возможно, да. Да я не думаю даже, что это Бускетс, потому что Бускетс... Ну, у него точно тоже должна была быть карточка уже на уровне к тому моменту. Не знаю. Да все ты знаешь, крыса. Ну, давай следующую фифу, наверное, закинь мне. Давай, следующая фифа летит к себе. Немного изменилось, я хочу тебе сказать. Это фифа 13 уже, рейтинг на двоечку подрос. И, соответственно, пасы стали еще лучше. Давай следующую. Ну, у тебя пока что только Тиаго Алькантара, да, в голове? Пока что да. Ну, окей, я тебе кидаю следующую карточку, это уже FIFA 14. Рейтинг стал еще выше. Пасы стали еще лучше. Ты можешь взять подсказку, у тебя две подсказки. Типа нынешний его клуб спросить, да? Да, или первая буква фамилии. Ну, давай первую букву фамилии, я вообще забыл про подсказки, чуть раньше бы понял. Любимая буква Германа. Р. У меня что-то такое ощущение, как будто осенило. Да, я закину, похуй на право на ошибку, и скажу, что это Серхи Роберто. Это твой окончательный вариант? Да. А почему ты так резко? Ты что, загуглил, что ли? Не, я не загуглил, что-то меня сейчас именно осенило. У меня почему-то ощущение, как будто Серхи Роберто не всегда был правым защитником. Может, это ошибочное мнение? Ну, короче, пусть будет Серхи Роберто.
И ваш ответ принимается. Я тебе скидываю карточку. Отдаться. Ваш ответ правильный. Поздравляю, Артемий Форзерезор. Все-таки ты дошел. Я не знаю, как ты до этого дошел, просто сидел такой. О, это Серхио Роберто. Не, на полном серьезе, чувак, я сижу и просто именно вот просто посетила наитие. Ну ладно, молодец, молодец, хорошо. Поддался ему. Так, вы зарабатываете свой первый балл. Сюда! Пока что у нас 1-1. Но в первую очередь мы играем, естественно, не на всякие там баллы, на какие-то наказания. Так, может, на 30 хотим... отжиманий ты сказал? Это была шутка. В смысле нахуй? Не, нет, блядь, ты... на 30 отжиманий. Я не умею отжиматься, давай я на брусьях лучше поделаю. Нихуя себе, я не умею отжиматься, поэтому давай я ебану на брусьях. Ладно, в финале решим. Ладно, скидываю тебе первую карточку. FIFA 12. И... FIFA 12 RV. FIFA 12. Это Лео Месси? У меня вообще мысли нет, блядь. Что это за клуб вообще? Какой-то, какой-то аргентинский клуб, да? Это клуб Катания. Что это за клуб такой? Из тех, кого ты оттуда можешь знать, из этого клуба, кто играл тогда с ним, это... Ну да, это никто. Ты никого оттуда не можешь знать. Давай next карту попробуем. На, лови, дружище, блин. Это FIFA 13. Ага. Черта загадал, черта, да? Черта, блядь, демоны, mm-hmm. блядь. Что mm-hmm. за хуй? Бля, у меня вообще нет вариантов. Давай, короче, я попрошу у тебя, наверное, подсказку, его первую букву фамилии. Г. Как? Г. Г? Г. Г, Г, Г. Г, аргентинец. Который играл еще во времена FIFA 12. Смотри, я тебе даже так скажу. Вот это FIFA 13. Следующая его карточка будет из FIFA 16. То есть 14 и 15 он пропустил. Алехандро Гомес, может, я сейчас подумал. В принципе, по статам плюс-минус что-то похоже. Он быстренький, mm-hmm. с хорошим дриблингом. Давай next карту. Может, next карта мне все расскажет, все покажет. Ну, это многое объясняет. Это Алехандро Гомес. Все, я принимаю твой ответ. Да, похуй, давай, ты Гомес. Ты ж помнишь, да, что мы только 10 карточек можем открыть? А, в сумме? А, да, со всех? Ну, да. Да, теперь помню, да. Поэтому я не хочу слишком много открывать. Мы об этом правиле, возможно, не упомянули, но имейте в виду, да, я тут карточки посчитываю. Не, я не хочу дальше открывать, это Гомес, ты меня байтишь просто на открытие карты. Ну и пошел нахуй, да, это Гомес, блин. А я на секунду такой подумал, бля, вот это реально не Гомес. Собственно, вот, лови его первую карточку FIFA, 16-я. Пау. А я могу попробовать ответить досрочно? Ты знаешь эту карту? Мне кажется, что я знаю эту карту, да. Я ты прям так резко... У меня же право на ошибку есть у меня, да, еще? Да, есть потерял. Право на ошибку. Льоренте? Ты молодец, да. Бля, как хорошо дружить с Никитой Финита, который... А как ты к этому пришел вообще, блядь? Ну, понимаешь, я помню, мне Финик рассказывал, что Льоренте играл в Реале, и типа, он такой, как, блядь, мы его отпустили, да он бы сейчас был бы пиши Вальверде, Вая. Причем рядом стоит этот Перес, рядом стоит Перес, и он его такой, как мы, блядь, его отпустили, Перес, ебаный в рот. Вот, и я что-то так смотрю, ну и, естественно, центральный полузащитник, испанец, их там, ну, не так много на самом деле. Ладно, вы молодец, вы молодец. Окей, получается у нас по 2 балла, никто пока не проебался. Кидай, next карту. Давай, блин, все, блин, панда ФХ, блин, ты его гребаешь, блин. СБЧ карточка, бля, пейс 80, все остальное по единичке. Надя. Да, блядь, что это такое вообще, нахуй, блядь? Это игрок! Блядь, центр-форвард, FIFA 10, бельгиец. Это точно не Азар, наверное. Это точно не Де Брюйне. Вообще, мне кажется, это Мертенс. Он же тоже центр-форвард, насколько я помню. Опа. Не, давай я следующую карту открою. Это уже... Вы уверены, что это, возможно, не Мертенс? Я принимаю его? Давай следующий. Следующий сейчас ты вообще у меня охуеешь, понял, да? Блять, мне еще там рейтинг 95 будет. Я тебе говорю, вот это, блядь, один из моих главных опездалов. Он, так сказать, знаешь, вот... Блять. Это пятый всадник апокалипсиса. Какого-то демона загадал мне. Ой, братан, это что за демон? Так, тем временем у меня уже 4 открытые карточки. Еще 6 штук осталось, а у меня еще 2 впереди получается. Вперед, мой верный опездал! Вперед! Также, ребята, не забывайте про мой промокод. Пиздец. Ну это точно не Мертенс уже.
Мертенс вроде не играл в Фулхэме. Нафига у него круто. Вот эта вот карта, чтобы ты понимал, у нее было 4 звезды Финтиков и 5 звезд Викфуд. Охуеть. Есть одна мысль. Я этого футбика точно знаю. Но он не метовый. Ну, типа, это мне вопрос сейчас, типа, задается. Метовый ли он? Типа, по нынешним меркам? Ну, ты можешь не отвечать, в принципе, если ты засчитаешь. Не, слушай, я на самом деле себе отвечу. Ну, типа, у него неплохая карта. Ну, серьезно, реально неплохая. То есть, она вполне играбельная. Ну, естественно, со стаминой проблемы, но... Я понял, кто это. Я понял, я вспомнил. Я подумал на секунду, что это Чад Ли. Я помню такого Чад. Ну, вряд ли ты прям настолько... Бича загадал. Я хотел бы баллы нафармить. Я понял, кто это. Я понял, все нахуй. Я просто не обращал внимания на его деф. Скорее всего, этот чел сейчас играет где-то в полузащите. И почему-то мне кажется, что, скорее всего, это Дембеле. Дриблинг у него хороший всегда был, я помню. Деф, удар какой-никакой, защита. Так что, да, это Дембеле, я считаю. Возможно, это ваш окончательный ответ, я его да, принимаю. Это мой окончательный ответ. И вы чертовски правы, потому что это действительно Муса Дембеле. Блять, у него рост 1.85 м, и у него сейчас баланс 90 на карточке, блять. Чё это за пиздец, блять? Чувак, у него дриблинг сейчас 87 ЦП. Ебать. Жестко. Сила 86 и баланс 90. Так, в общем-то, кидаю я эту карточку. А фифка 15-я получается. На кого похож этот молодой человек? Может, ты опять с первого раза угадаешь? Нет, вот сейчас знаешь, когда я увидел карточку, у меня резко типа бэнг. Так, и у меня есть подсказка, правильно? Типа нынешний клуб этого Типсона, да? Угу. Я ее использую. Так, сразу? Угу. Так, ну я такой захожу на Footheads, смотрю его текущий клуб, и это... Как ты думаешь, вот просто предположи. Ну, ты думаешь, он там же играет, да? Да. Чё, есть право на ошибку у меня есть, да? Да, право на ошибку у тебя есть. Это Джошуа Кимих. Вот, потому что вот это одна из ассоциаций, которая у меня вот при первом виде карточки. Первая была почему-то Клостерман, хотя я знаю, что он сейчас центральный защитник, а в прошлой FIFA был крайним защим. Угу. Но тенденции таковы, что как бы и Форзарезер с Вингера... Спускается, блять. Ладно, 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 все, ты выиграл, да, это действительно Кими, молодец, заслуженный балл. Ну, по части подсказки. Блять, сосать, блять. Случай. Так, какая ты говоришь, это FIFA? FIFA 10. Блять, что за очередной пиздец я здесь нашел, блять. Эй, вот это уже хуйня какая-то, возможно. Давай я возьму подсказку его нынешний клуб, вот так вот. Ход конем, бля. Ну, я подсказку взял, алё, где моя подсказка? Ливерпуль. Чё, Вейналдум, что ли? И мучить, он такой старый, что ли, подожди? Ну, я не буду тебя мучить, да, это Вейналдум. Типа ты... он такой старый? Ну, вот прям идеально, типа, ты попал, знаешь? То есть, либо ты сейчас сидишь, чуть-чуть мучаешься... А, там типа... дальше пиздец, сколько ну, у него не, клуба. Ну, не, ну там дальше, типа, опять Фейенорд, РВ, блять. О, ебать. Потом это... FIFA 12, ну, PSV, Цапник, тебе уже было бы виднее. Потом опять Цапник, PSV, Цапник, PSV, Цапник, блять, Цапник в Ньюкасле, я вообще забыл об этом. Ну, это я хорошо подсказку взял, конечно. Но... Так, в общем-то, вот я тебе кидаю эту карту, это FIFA, FIFA 10, на нахуй. Охуеть. Око за око, зуб за зуб, блять, давай отгадывай нахуй. А подсказочка-то уже не осталась. Ух, как грустно, но при этом у тебя как бы есть право на проёб один, поэтому давай. Ебать. Издальянец, ЛЗ. Ну тут точно какой-то подвох тоже должен быть. Да хуй его знает. Но при этом у тебя всего лишь две открытые карточки, если я все правильно почитал, поэтому ты можешь открывать хоть до посинения. У меня 4 открытия, у тебя 2. Хотите ли вы увидеть его next карту? Ну давай, ладно, по-любому придется мне брать следующую карту. Потому... Это Торино, кстати, клуб. Так, чисто сориентироваться. Следующая карточка. Давай, да, следующая. Которую я тебе кидаю. Это из FIFA 11. Вот я прям чувствовал, что вот он на CZ уходит. Ты почувствовал как? Ты что, у него пейс не особо большой? Ну что, давай, кидай? Давай следующую, похуй. Да. Так. У меня всегда вот так вот, вот. Каждый раз, когда мы записываем с тобой эту рубрику, у меня начинается ступор, блядь, на финальных двух карточках, блядь. Давай, лови, это следующая FIFA. И твое четвертое уже открытие. Это бля, FIFA, ну нихуя 12. Ему там нарисовали, слышишь, блин? Это он да, побежал бежит. Нормально, да? Да. Ну, сейчас у тебя должны какие-то догадки уже пойти, я думаю.
Пиздец, вообще нет догадок. Понимаешь, итальянцы, типа, это такая, ну, как бы, нация, особенно, ну, там, ну, не только, естественно, в рамках FIFA, а в целом, конечно, в рамках футбола, которые крайне неохотно выезжают за границу. Да, вот знаешь, как англичане. Я просто думаю, что, ну, он продолжает сейчас играть в родном чемпионате. Всякие флоренцы, да, который там всю жизнь в Роме, по-моему, играл. Ну, Агбона, но у Агбона, мне кажется, там была карточка уже бы в Ювентусе. Ну, давай, ладно, следующую, похуй. Следующее? Да, 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 да. Обычно к этому моменту я начинаю сдаваться. Это следующая карта. Бэм! А, ну да, это Агбона. Ты уверен? Нет, я не уверен, но пусть это будет Агбона. Ну и да, вы угадали, это действительно Агбона. Классный парень, которым многие играли в старых фифках 13-14 части. У него даже красивый флешбэк был. Я забыл вообще, что ему сделали флешбэк. А в этом году ему сделали флешбэк, да? Не, это в прошлое, 20-е. Ну ладно, бля, хули. Хули нам, пацанам, давай, последние карточки у нас остались. Кидали. Сколько у тебя осталось этих вариков для того, чтобы открывать карты? У меня 6 вариантов. 6, блядь, вариантов открытия карты? Ну да. Ошалеть. Итак, это FIFA 10, брозер. Лови. Давай, кидай. FIFA 10, финальная карта. Сложно, блядь, нихуя непонятно, блядь, нихуя, что это за хуета, блядь? Хорват, Бавария. Этот чел играет до сих пор в футбол? Нет. Чтоб ты понимал, у него последняя карточка, это FIFA 17. На тот момент ему было 37 лет. Это Олич? Это твой окончательный ответ? Ну, у меня есть право на ошибку, поэтому да. Блять, ну я долбоёб. Не надо было отвечать на твой вопрос, блять, играет он сейчас или нет. Это полное, конечно. И это есть твой хардкор. Так, в смысле, тут даже без подсказки понятно, ну, типа, хорваты из Баварии. У меня только Олич в голове был. Просто, ну, типа, тут именно был хардкор в том, что я не был уверен, нахуй, что ты вспомнишь, блять, о нем вообще. Тогда, получается, моя заключительная карта. Лови. Вот такая вот красивая карточка. Сен-Максимин. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. С вами был я, PandaFX, Forza. Если вы поставите 20 тысяч лайков, то... Брат, давай отжимание. Next раз я давай приглашу отжимание. Нет, Финита. Слышишь? Погоди секунду, давай отжимание. Подожди, а кто из нас проебал? Никто, ну, я думаю, что проебал я, потому что у тебя осталось этих самых больше подсказок. Ну, давай судить по этому. Давай нахуй отжимайся, бля, на камеру. Давай, давай, я смотрю. Без проблем вообще. Давай, спорт — это жизнь, ребят. А я пока пряник поем. Так. Пошел. Песик, котик. Котик? Песик, ну, типа зову, может, они подойдут, там помогут тебе. Ты считал? Нет, я пряник ел. Ты считал? Я пряник ел. Я не считал. Ладно, давай еще десятку. Да нет, дело нормально, красавчик. Респект таким парням, ребята. Спорт — это жизнь, но не в моем случае. Ну, в общем-то, ребята, вот на такой позитивной ноте мы заканчиваем видеоролик. Надеюсь, тебе было интересно, Forza, потому что мы целый час записывали этот видеоролик. А всем спасибо за просмотр. 20 тысяч лайков. Я зову следующего фифера. Ваши предложения пишите в комментариях. Спасибо, Forza. Ребят, ну смотрите, зная Пандоса, типа, тот факт, что он позовет следующего фифера, не факт, что съемка состоится, потому что Пандос, скорее всего, будет переносить. Поэтому имейте в виду, что, возможно, ну, придется подождать чуть-чуть. Так или иначе, ребята, 20 тысяч лайков меня очень сильно смотивирует. А сейчас мы идем... Не иначе, так. А сейчас мы идем записывать ролик Forza. Битва составов, переходите, смотрите. Let's get it. Все, всем покеду.